Подожди! Девушка, на телефоне есть паспорт, фото можно проверить, отпускайте. Все наши документы. Потому что он ругается. Не ругайся и спокойным будь. У меня нет паспорта с собой. Я раздевалки. Кто принесет мои документы вообще? Вот когда принесут, тогда тебя в отдел повезут. Документы с собой носить. Они здесь? Да вот, проверяют. Что ты мне говоришь? Раздевалки, документы вообще нету с собой. На обед пишем. А должны с собой быть. На обед надо на работе ходить, а не здесь. Ты же с собой. Сказал, да, проверяй, да? Ты, у меня первый год. Зачем тебе не проверяй тогда? Тебя проверяют. Я тебя отдал. Смотри, что ты со мной ругаться? Не ругаться, я по человеку общаюсь.